Что-то загрузился. Давай самое главное, увидел кого, отметил, потом сказал. А то, блин, говорят, там стреляют, тут и начинаешь метаться, где вообще не врублюсь. Знал бы я, что они вот там на крыше, я бы их обошел потихоньку и снимал бы, у меня прицел нормальный был. А тут я выскочил, а они вдвоем одновременно мне и вальнули сразу. Чё? Не, мне жена говорит, давай хороший возьмем, мне денег на него даст. Смысл? Мы сегодня выбирали, вчера смотрели. Она по виду, чтоб красивее, а я по это. Ну, можно в кратер, можно куда-то подальше. Докуда долетим? Хорошо, если сюда сместится круг. Будем в круге. Я у тебя и спрашиваю, ты как подбирал? Вот, например, такого же, как у тебя, я не видел. Других всяких полно. Там параметр отмечается. Много. Размер видеокарты до 300 и выше есть. Чё, прыгаем? Чё, может, на парашюте подальше? Я открою. Вот, к примеру, три вентилятора. Там есть блок с блоком управления вентиляторами. То есть будут вентиляторы, вот эта кнопка, да? Там шумно, не шумно, всякое такое. А так я почитал, вот размер самый ходовой, если не супер-пупер у тебя до компьютера. Это вот микро, как-то там ТХС, забыл. Ну вот, как раз вот такое и нужно. Потом блок питания расположен снизу сверху. По идее, сверху, когда расположен, он торчит, и это расшатывается, мне кажется. А, лучше охлаждаться, короче. Потом написано это. Как же, блин, выносной жесткий диск или как-то выносной что-то там. Где она? Как раз центр круга, прям, смотри.
А, вон у той, что ли, дороги? Он за него, наверное, уехать. Вот где пятиэтажки, да, вот сюда. Я вот отметил. Потом боковушка. Про нее пишут, читал, что царапается очень быстро. Чё-ка, тогда валим отсюда. Ну, либо объехать можно. Блин, пистолет только там патрон нашел. Короче, царапается, пишут, эта крышка. Лапается руками. Ну, красиво, конечно. Потом пишут с алюминиевым корпусом. Ну, это, конечно, если заморачиваться. Че, уезжаем, что ли? Ну, я посмотрел, там, конечно, и охлаждение. У них уже и верх открытый. И всяк такое, да, почетче. Какой дом? Третий? Чё, в этот бежим? Блин, я тебя задел, попал. Он один или еще, наверное, есть? А в тебя попал, ты прям вышел передо мной. Не заходи. Блин, в меня попал. Сейчас, наверное, расслабится. Хотя тот муск. А я-то как умер так быстро? Сзади что, дверь что ли была? Или он через лестницу попал? Че, убил тебя тоже?